Дмитрий Азаров побывал и на новом тольяттинском заводе железобетонных изделий «Флоркон». Напомним, предприятие планирует запустить уже в августе. Оно будет изготавливать конструкции для промышленного строительства. И первый заказ, Дмитрий, опытный, уже делают для нашего рабочего объекта в Чапаевске. И уже коллеги на выходе покажут. Балки уже стоят, изготовленные для этого объекта. Сердце радуется. Да, вот, когда цепочка инвестпроектов такая получается, прям всегда очень важно и дорого. Хорошо. Основная у вас поставка, логистика здесь какая? То, что касается цепучек, понятно. Портом, то, что готовый продукт. Это автотранспорт, железная дорога. И также водный транспорт будет использован. На заводе будет задействовано более 120 сотрудников. Этот проект поддержан фондами развития моногородов и развития промышленности. Завод откроется на территории порта Тольятти. Это обеспечит эффективную логистику сырья, материалов и готовых изделий. «Флоркон» – резидент территории опережающего развития. Ожидается, что проект будет успешным. Он имеет высокую социально-экономическую значимость для города и региона, подчеркнул Дмитрий Азаров. 130 рабочих мест. Для Тольятти очень важно. Важно и производство, тем более сейчас, когда на стройматериалы, можно сказать, дефицит, да, выпускается завод. Все к месту, вовремя, абсолютно. И то, что тут отработали и с депутатским корпусом, да, и с властями, с помогли коммуникации с выстроить, да, с людьми. Да, да. Вот все. Никаких напряжений, неудовольства, наоборот. Все довольны тем, что современное производство, экологически безопасное и рабочее. Неплохо оплачиваемое, кстати. Завод практически готов, отстроен, налажено оборудование, которое сейчас проходит испытательную обкатку. То есть завод уже начал производить небольшими партиями готовую продукцию, а именно железобетонные изделия. И, соответственно, уже имеются заказы на изготовление готовых изделий, железобетонных изделий для строительства, крупного промышленного строительства, как в Самарской области, так и в других регионах Российской Федерации. Это предприятие создано в рамках статуса города Тольятти как территория, опережающая социально-экономического развития. Это предприятие в течение 10 лет на налогах в результате этого статуса экономит где-то 150 миллионов рублей. Общий объем вложений 750 миллионов рублей. И, конечно, это серьезно помогает инвестору для того, чтобы создать это предприятие. Буквально в течение 2 лет на этом месте было много разговоров. Люди волновались, что железобетонный завод будет... цементная пыль и прочее, ничего особенного. Наоборот, растворно-цементный узел у предприятия абсолютно закрытого цикла. Все, что отрабатывается, проходит повторную сепарацию, и твердая часть идет опять на производство бетона, вода то же самое, и фактически мы имеем безотходное производство.